Друзья, всем привет! Нахожусь в автосалоне на Боровой. Сегодня мы посмотрим БУ машины. Так как с прошлого видео достаточно большое количество комментариев было, где вы просили, чтобы опять снял с этой площадки. Друзья, перед просмотром данного видео хочу порекомендовать вам мобильное приложение «Автолом», которое поспособствует вам быстро, главное, на хороших условиях продать свой аварийный автомобиль. Также через это приложение можно продавать автозапчасти. Приложение отдельное, интуитивно понятно, а главное бесплатно для того, кто продает. Ссылочка традиционно под видео в описании. Ну и погнали смотреть видео. Всем приятного просмотра. Друзья, первый автомобиль Renault Logan 2017 года, 1.6 бензин, 75 лошадиных сил, 47 тысяч пробег, 17 470 белорусских рублей за него просят. Курс у нас приблизительно на данный момент 2 рубля, 5 копеек, курс 1 доллара. Следующий — это BMW X3 двухлитровый 2017 года на автоматической коробке передач, 184 лошадиные силы, 42 тысячи с небольшим пробег, 62 266 белорусских рублей. Нужно видеть кожаный салон, автоматическая коробка передач. Следующий — Mazda 3 1.5. 1.5 бензин, 2014 год, 76 тысяч пробег, автоматическая коробка передач, 29 110 белорусских рублей. На оригинальных литых дисках, салон ткань. Mercedes. Mercedes 211, наверное, а нет, друзья, 212 кузов. 2009 года, 1.8 бензин. На автоматической коробке передач, кожаный салон, 173 тысячи пробега. Так, ребят, 26 900 белорусских рублей. На оригинальных литых дисках. Ну, резина такая, на самом деле, слабоватая. Volkswagen Polo 2018 года, 1.6. Бензин на механической коробке передач. 89 тысяч пробег, 21 150 белорусских рублей. Nissan. Так. 2014 года, 1.6. Автоматическая коробка передач, 60 тысяч пробег, 19 700 белорусских рублей. Салон ткань. Друзья, совсем бегло смотрим, так как во времени, к сожалению, я ограничен. Audi A6. 3 литра, бензин, 300 лошадиных сил, 214 тысяч пробега, 29 750 долларов. 750 белорусских рублей, извиняюсь. Ребят, кто хочет точно знать в долларах, 2.05 у нас курс 1 доллара, ну приблизительно. Кожаный салон, автоматическая коробка передач. Здесь бесценника. Volkswagen Tiguan, 2 литра, бензин, 200 лошадиных сил, 2010 год, 167 тысяч пробег, 20 840 рублей. Можно видеть черный кожаный салон, автоматическая коробка передач. Ford Kuga, 1.6, бензин, 150 лошадиных сил, 13 год, 2013, 167 пробега, 27 600 белорусских рублей. Mazda 6, 2017 год, 2 литра бензин, 59 тысяч пробега, 50 750 белорусских рублей. На кожаном салоне автоматическая коробка передач, оригинальные литые диски. Здесь Hyundai Santa Fe 2, 2007 года, 2.2 дизель. 217 тысяч указан пробег, на автоматической коробке передач, кожаный салон, 18 197 рублей. Mazda 6, 2009 год, на механике, 2 литра бензин, 200 тысяч пробега, 17 430 рублей. Mazda MPV, минивэн, 2 литра бензин, а нет, друзья, 2 литра дизель, 136 лошадок, 385 пробега, 2004 год, на механике, 9 тысяч белорусских рублей.
Mazda CX-5 2.5, бензин, 2017 год, на автомате, 56 300, светлый кожаный салон. Здесь еще один, так, Ford Escape 1.6, 13 год, автомат, 43 тысячи пробега, 25 590 белорусских рублей. Друзья, Kia Sportage 2011 год, на автомате, 182 тысячи пробега, 2 литра бензин, 23 тысячи 600 белорусских рублей. Салон ткань, автоматическая коробка передач. Хотя нет, друзья, салон кожаный, просто можно видеть, спереди чехлы одеты. Так, здесь без ценника. Citroen C4 Picasso, так называемый, 1.6, 2008 год, коробка автомат, почти 300 тысяч пробега, дизель, 10 440 рублей. В не самом лучшем состоянии визуально. Пыжик 207, 2009 год, 1.4 бензин, 75 лошадиных сил, 181 тысяча пробега, 11 600 белорусских рублей. Audi A6 2.4, 2005 год, коробка автомат, 267 пробега, салон ткань, 13 650 белорусских рублей. Renault Duster. Duster 2015 года, 2-литровый бензин, 140 лошадок, 99 200 указан пробег, 19 100 белорусских рублей. Салон тканевый, на автоматической коробке передач. Здесь еще один Duster 2015 года, 2 литра, 115 тысяч пробега, коробка автомат, 23 430 белорусских рублей. Audi Q5, 2 литра, бензин, 2013 год, коробка автомат, 223 тысячи пробега, 37 920 белорусских рублей просят за данный автомобиль. Салон ткань. Здесь без цены Toyota. Друзья, здесь бусы, фургоны. И первый — это Газель. Газель 2.4. Ну, соответственно, друзья, бензин 2007 год. 1040 белорусских рублей. 500 долларов. Ну, может, там 510 долларов. Конечно, по кузову не самый лучший экземпляр. Резина слабоватая. Здесь вот такой вот хороший ремонт, тюнинг, можно видеть, все на заклепочках, все красиво. Ну, салон, сами видите, тут без комментариев, это пассажир. Ну, ребят, учитывать надо цену. Если данный автомобиль на ходу, то, соответственно, на 500 долларов он стоит. Сзади уже резина вообще слики, можно видеть спарка. Ну, ребят, тут особо без комментариев, если ездит, то имеет место быть. Потому что, ну, сами понимаете, что 500 долларов цена. Колеса накачаны, все, поэтому я не удивлюсь, что, скорее всего, все-таки он на ходу и приехал сюда своим ходом. Здесь Mercedes. Mercedes Vito по местам 8+1, 2.2 дизель. 2014 год, коробка автомат, салон ткань, 214 тысяч пробега, 44 100 белорусских рублей просят за данный автомобиль. Ну, состояние визуально, внешний вид очень даже ничего. Ну и пошли тут фургоны. Ford Transit 2.2 дизель, 125 лошадок, 2012 год, 215 тысяч пробега, 27 683 рубля. Видно, все это с одной конторы где-то сдавалось сюда на 3D
Так, еще один транзит, 13-й год, 257 тысяч пробега, 28 350. Фургон, рефрижератор. Я так понимаю, что это холодильник. Еще один идентичный фургон. Я думаю, ценник примерно похожий, и год. А тут без цены. Так, это уже новые. Вот на этой стороне такие же можно видеть стоят. 2012 год, 2.2 дизель, почти 200 тысяч пробега, 28 350 рублей. Транзит 2012 год, 2.2 дизель. Ну, уже под 400 тысяч пробега указано, 28 350 рублей. Еще один. 28 350 белорусских рублей, 12-й год, 161 тысяча пробега указано. Ну, на самом деле пробег какой-то смешной. Терзают меня смутные сомнения, что он не оригинальный. И вот такой вот грузовичок. МАН. 6.8 2004 года на механике, 35 968 рублей. Друзья, на этом все. Огромная просьба поставить под этим видео лайк, написать свой комментарий. Если вы не подписаны, то подписка. Всем удачи на дорогах. Всем пока.